Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике хотел бы рассказать, как легко и очень просто сделать черно-белую картинку. То есть, что нам для этого потребуется? Открываем сам Photoshop и загружаем тот документ, с которым мы хотим работать. У меня будет вот такой вот. Итак, первый способ, как это сделать. Всего будет два способа. Первый способ, это мы берем, заходим в изображение, то есть у нас наверху есть такая вкладочка изображения, вот видите, у нас есть основной фон, наверху есть вкладочка изображения, далее режим коррекция и находим цветовой тон насыщенность. Просто выкручиваем насыщенность на минус 100, как видите, черно-белый эффект у нас уже есть. Но можно сделать его более лучше. Это сейчас расскажу вам во втором способе. Заходим в изображение, режим градации, вот видите, градации серого. И, впрочем-то, применяем это изображение, этот эффект. А, далее копируем. На копировать можно очень просто. А, то есть далее делаем, накладываем на копию режим перекрытия и уже, впрочем-то, берем ластик на примерно 1000 пикселей, жесткость на 0 и на сам центр просто жмякаем. И у нас получается вот такой вот результат. Результат довольно-таки хороший. Я думаю, вам понравится это, то, что будет с вашей фотографией, потому что это сделать максимально просто и эффект может быть куда лучше, чем с первого способа. Если же у вас остались какие-то дополнительные вопросы по поводу всего этого дела, то просто напишите в комментариях под этим видеороликом, и я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну а сейчас я буду заканчивать вами видеоролик. Спасибо каждому, кто досмотрел его до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока.